Чебоксарский машиностроительный техникум присоединят к электромеханическому колледжу. Сегодня это решение одобрили на заседании Кабинета министров Чувашии. В республике идет постепенное укрупнение учебных учреждений, и это еще один этап. В Чебоксарском машиностроительном и электромеханическом техникумах студентов учат по 8 дублирующим программам. Теперь это исключат, зато расширится возможность для подготовки кадров для электротехнической и энергетической отрасли Чувашии. В результате реорганизации произойдет сокращение 11 человек, в том числе 6 из административно-управленческого персонала. Всех их обещают трудоустроить. Преподавателей и мастеров производственного обучения непрофильных специальностей Чебоксарского машиностроительного техникума планируют с их согласия перевести на работу в другие образовательные учреждения.